пока ждем подхода оркестров, барабанщиков. Напротив Казанского собора можем походить, посмотреть книжки. Народу здесь сделали развлечения, можно пофотографироваться. Вот такие вот прикольные трафареты здесь стоят, которые пользуются популярностью. Народ ходит, фотографируется. Даже для детей специально лавочки поставили. В общем, все для людей сегодня здесь. Ну и в конце ярмарки памятник незабвенному Николаю Васильевичу Гоголю. Малая конюшенная пустая, все ломанулись на Невский. Никого нет вообще здесь. Хотя погода сегодня, увы, не радует. Тучи, тучи, тучи. Хорошо, что нет дождика. Ну ладно, ждем подход барабанщиков.